Уважаемые дамы и господа, сегодня в нашем зале присутствует участник Великой Отечественной войны. Его возраст 101 год. Осадчук Иван Николаевич, ваши аплодисменты. Федерация профессионального бокса Воронежской области в лице председателя Сергеева Александра Сергеевича и промоутерская компания Victory Team в лице главы компании Андрея Халаджан выражает вам благодарность и низкий поклон, Иван Николаевич. Всем здравствуйте. Данный турнир посвящен 23 февраля, Дню защитникам Отечества. И вот именно в этот день мы хотим выразить вам огромную благодарность, потому что вы, как никто, знаешь, что такое защищать Отечество. Благодаря вам и победе нашей страны мы можем здесь сегодня находиться и смотреть этот замечательный бойцовский вечер. Спасибо вам. Так, спасибо бойцам победившим. Я пожелаю всей нашей аудитории и вообще с прошедшим праздником защитника Отечества, всем молодым людям, конечно, которых ждет армия в свое время, вот, вести здоровый образ жизни. Чем здоровое общество, значит, и страна будет здоровее. Мы, ветераны Великой Отечественной войны, в тяжелых условиях, вы это уже все знаете из истории, вот, победили коварнейшего врага, который рассчитывал победить, расчленить Советский Союз на четыре части. И на этих землях у немцев должны были быть вот заграничные участки. Так, теперь расскажу, какое коварство, конечно, и почему. В этих самых памятках для солдат и офицеров германских, вот памятки в карманах у них были, и там написано было, что все, чтобы воины американские не убивали наших не только солдат, ну, это, как говорится, закономерно. Армия воюет с армией. Но там было написано убивать гражданских людей. И такие слова, я там взял только несколько из них. Там написано: не оставляй без внимания, раз, убивай каждого, не только советского солдата, но и гражданского человека. Не отступай, убивай не и стариков, и женщин, и если перед тобой даже девочка, мальчик, убивай. Ты тем самым защищаешь себя,
дальше укрепишь свое хозяйство и прославишься на века. Иван Николаевич, спасибо вам за эту минуту истории. Еще раз благодарим вас. Будем продолжать смотреть поединки. Спасибо большое, Иван Николаевич, от всего зала. Друзья, давайте еще раз поприветствуем.